Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире православного телеканала «Союз» программа «Литературный квартал». Однажды Василий Жуковский записал в своем дневнике: «Я шел по улице и остановился перед печатным объявлением, приклеенным к стене одного дома. Оно окружено было множеством обрывков старых и новых, оставшихся от объявлений, которые были в разное время приклеены на том же месте. Одни были свежи, другие стары, третьи совсем истлели. Это картина света. Все общества, века, империи и народы – ничто иное, как эти объявления для проходящего. Бог и душа. Все прочее – печатное объявление, приклеенное на минуту». Сегодня у нас в гостях писатель Виктор Николаевич Николаев, говорить с которым мы будем о самом главном – о Боге и человеческой душе. Однажды наш капитан возвращался из храма. Это то, что вошло в книгу «Безотцовщина». Он возвращался из храма. Это было в районе метро «Китай-город». И вдруг он увидел, как в подземном переходе метро к одному пожилому человеку на него напали и пристали несколько таких распущенных молодых людей. Их было, как он мне говорит, примерно человек 10. И они внезапно начали его бить. Вот этот грузный старик прижался к стене и, видимо, у него наступило такое состояние, во-первых, шока и боли, и он начал оседать на пол. Вот этот капитан к нему подскакивает, прикрывает его спиной и кричит: «Держитесь за меня, я вас прикрою». И вот этих подростков он от него отогнал. И после того, когда они с таким злословием от него наконец отстали, он поворачивается, а это оказался старый раввин. Он ему помог спуститься в метро по эскалатору. И когда вот этот пожилой раввин пришел постепенно в себя, он ему говорит: «Давайте вас провожу до дома, я вижу, что вам плохо». И он ему отвечает, вот этот уже в возрасте человек: «Не надо, я вам так благодарен, теперь я дойду сам». И вот этот раввин поклонился нашему офицеру почти в ноги. Вот здесь тоже нет национальности. Протянутая рука, оказанная помощь, сочувствие – вот символы любви. Люди изголодались по любви. Святая мать Тереза Калькутская вспоминает случай, который произошел с ней в Лондоне. «Я шла по улице и увидела хорошо одетого, но очень мрачного человека. Он выглядел несчастным и одиноким. Я подошла к нему и взяла его за руку. Рука была совсем холодная, а у меня всегда очень теплые руки. Я пожала ему руку, спросила, как дела. Он посмотрел на меня и сказал: „Знали бы вы, как давно я не ощущал человеческого тепла“. Его глаза засияли, плечи расправились. Оказывается, не так уж много нужно человеку, чтобы в его жизни появилась радость. Часто бывает достаточно лишь прикосновения чьей-то теплой руки». Еще можно привести пример, который был еще в Первой Чечне. Тогда боевые действия велись таким образом, что был в определенной степени хаос. И не всегда можно было посчитать, кто наконец вернулся с той или иной схватки. И вот в одном из боев наш офицер был контужен и потерял сознание. Его подобрала чеченская семья. И они вот этого офицера тайком перенесли к себе и в течение примерно 4 месяцев выхаживали и восстанавливали. И когда им удалось наконец его излечить, они нашли возможность его передать нашим ребятам. И вот здесь я тоже хочу сказать, что вот здесь тоже нет национальности. И таких случаев очень много. И их надо показывать. Поэтому, когда мы пытаемся с таким злорадством или кощунством перессорить наше многонациональное государство, то здесь надо просто твердо сказать: эта тема запретная, вот в том виде, как это пытаются показать. И когда я был на нескольких войнах, и мы летали на вертолетах с нашими ребятами, там были всякие национальности, и нам в голову не приходило друг у друга спрашивать, какой ты национальности, откуда ты родом или все прочее. С нами были и татары, с нами были мусульмане, с нами были и белорусы, и украинцы, и нас всех породнил патриотизм. И нас всех породило чувство спасти друг друга.
Оно должно процветать. И вот так должна воспитываться наша молодежь. «Надо быть патриотом, а не националистом», пишет Дмитрий Сергеевич Лихачев в «Письмах о добром и прекрасном». «Нет необходимости ненавидеть каждую чужую семью, потому что любишь свою. Нет необходимости ненавидеть другие народы, потому что ты патриот. Между патриотизмом и национализмом глубокое различие. В первом – любовь к своей стране, во втором – ненависть ко всем другим». В процессе написания книги о войне у меня, как я уже говорил однажды, давно зрело желание написать книгу о другой войне. Это книгу о тюрьме. И я проехал по тем местам и по тем колониям, где мне надо было поговорить со многими, и в том числе особенно с ребятами военными, которые вернулись с войны. У них по-разному сложилась судьба, но, видимо, в этом был Божий промысел, что, оказавшись в тюрьме, они впервые в жизни оказались в храме. И я благодарен Федеральной службе исполнения наказания, которая, в общем-то, пошла мне навстречу по всем направлениям, и я побывал везде, где я хотел. И вот первая книга о родовом грехе из рода в род, она писалась на основе Росошанской колонии. Это колония строгого режима, Воронежская область. И там есть потрясающие примеры, которые могут пригодиться в жизни очень многим, и особенно нашей молодежи. В тот момент был начальник колонии Николай Дмитриевич Кравченко. Его судьба просто удивительная. И вот, казалось бы, что может человека привести к храму? А привести может, видимо, в храм, как сказал однажды мне наш старенький отец Василий, не придешь по-хорошему, придешь по-плохому. Это был 98-й год, если вот слушатели помнят, был очень сильный дефолт. И тогда пострадали очень многие, и в том числе даже такие учреждения, как зона. И вот в частности вот эту зону, это зона строгого режима, ее за неуплату электричества обесточили. А вы представляете, что такое колония обесточена? Это простому человеку это представить очень сложно. А это значит, есть все возможности для побега. А в тот момент у него находилась колония около 2000 человек. Была в тот момент, когда он заступил дежурным, был начальником колонии, и взял вот в эти трудные часы ответственность на себя, он совершал ночной очередной обход. И была, говорит, сильнейшая буря, ветер, шел очень сильный дождь проливной. И вот из-за вот этой бури и ливня была раскачиваемость вышек, на которых стояли часовые, такая, что одна из вышек часовых упала и пробила брешь примерно около 20 метров. И я, говорит, тогда встал вот в этой дыре, раздвинул руки. И, говорит, впервые в жизни, вот я, говорит, не знаю, не могу объяснить вот этот всплеск души, когда я буквально, говорит, прокричал: «Господи, закрой эту брешь!» И вдруг, говорит, через какое-то время я увидел, что ко мне подходит один старый заключенный. Я, говорит, его помню в лицо. Он подходит ко мне, накрывается плащ-палаткой и говорит: «Николай Дмитриевич, ты не переживай, побега не будет. Но у меня к тебе просьба. Я человек старый и очень больной, и я, наверное, скоро умру. А просьба, говорит, у меня такая: давай в зоне построим храм». И вы знаете, ситуация стала меняться. Побега действительно не было. Вот эту брешь, как могли, заделали. Потом прошли различные изменения. В зоне появился свет. И в конце концов там был построен храм святителя Николая. Храм строился так. Его по кирпичику носили даже те, которые физически это не мог сделать. Даже самые, казалось бы, отпетые разбойники. Они вдруг преобразились. И вот эти, в общем-то, грешные люди,
у которых было по нескольку судимостей, они поняли смысл вот этого храма. И там был такой примечательный случай. Как мне рассказывал Николай Дмитриевич, один заключенный парень, ему было примерно 25 лет. У него было две очень серьезных, в общем-то, неизлечимых болезней. Он говорит, его мы никуда не привлекали, потому что он почти уже не ходил, и, в общем-то, дни, говорит, его были сочтены. И вот когда строился этот храм, вот этот больной заключенный носил примерно в течение недели по 3-4 кирпича в день. И вот там, говорит, от места, где кирпичи были разложены, и до самого храма, примерно, говорит, было метров около 150. И он, говорит, пронесет метров 5, встанет и отдыхает. Еще пронесет метров 5, и опять отдыхает. И когда, говорит, он принес свой 25-й, по-моему, кирпич, вот столько ему было лет, он этот кирпич положил, вздохнул, перекрестился и возле этого храма умер. Вот уж поистине, когда тюрьма стала для человека тем местом, где он смог задуматься над жизнью, услышать голос Христа. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Свершилось главное в жизни этого молодого человека – преображение его души. Поэтому к тюрьме не нужно относиться с предубеждением и однозначно. Закон относительности работает и здесь. Что такое тюрьма? Это не просто юридическое заведение номер такой-то. Тюрьма – это землетрясение души, в эпицентре которого оказываются родственники, близкие, соседи, друзья, даже случайные люди. Нельзя со злобы смотреть в сторону зоны. Надо понимать, еще неизвестно, кто за наши грехи будет там находиться в нашем поколении и роду. И как мне однажды сказал один старый вор в законе, «Вы не плюйте на тюрьму, здесь не все подонки». Здесь не все негодяи, и это действительно так. И я здесь хочу привести такой пример. Может быть, вы помните случай, это было несколько лет назад, когда в Россию приехал один американский студент Джон Тобин. Это выпускник американской школы разведки. Его перехватили еще в Белоруссии, и вели наши спецслужбы, дали ему возможность поступить в один воронежский университет. И когда подобный студент наш, который проходил практику в Америке, был пойман, то сделали так, что был пойман и этот Джон Тобин. Его за определенные проступки сделали такую ситуацию, что он оказался в этой колонии Росошанской. Так вот, впоследствии были такие. Он в эту колонию, как он сам уже писал письмо, и это письмо частично опубликовано в книге «Из рода в род», он написал ему письмо Кравченко и сказал, что самое лучшее время, которое он провел в своей жизни, это в русской тюрьме. И такого, говорит, добра и такого порядочного отношения со стороны даже разбойников я нигде не видел. И он сейчас пишет книгу о русском человеке, который, даже оказавшись в такой, в непростой ситуации, сохраняет чувство добра и сохраняет вот это желание. Но вот какое было у него прощание с этой колонией? Такие случаи были, конечно же, нечасто, и все хотели видеть процесс, как его выпускают. За ним приехал губернатор штата, приехал отец, и когда производили вот этот процесс передачи документов и выхода Джона Тобина уже через КПП, то он произвел такой поступок. Он доходит до КПП и внезапно дает команду всем остановиться. И причем это была, как сказал Кравченко, даже не просьба, а вот действительно команда офицера. И вдруг он поворачивается к Кравченко, а там была построена вся колония, чтобы увидеть процесс вот этого расставания. И вот он поворачивается к Кравченко, проходит через плац строевым шагом, подходит к нашему офицеру и отдает ему честь. Вот это тоже пример. Пример, как надо относиться к жизни, и какие выводы человек сделал из этой жизни, и какое поведение наших сотрудников вот этих колоний. Вот он создал такую ситуацию в этой зоне.
Однажды классик сказал банальную, но от этого не перестающую быть гениально простой мысль. Мы здесь не для того, чтобы только дышать. Лучшее наше добро есть наше сердце и его чистые чувства. А в чем самая большая цель жизни? Я думаю, увеличивать добро в окружающем нас. У Евангелия, как известно, на все есть своя точка зрения. Сравним мысль классика и строки Священного Писания. Открыв Евангелие от Матфея, читаем. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». Виктор Николаевич пишет. «Мне довелось повстречаться с одним в прошлом и очень известным вором в законе. Этот человек, благодаря своему авторитету в преступной среде, дошел до очень высокого положения и потерял счет деньгам. Но есть такое понятие – последняя капля. Из его души, видимо, истекла последняя капля совести. С ним я разговаривала, когда уже ничего от его богатства не осталось. Когда он достиг всего, чего хотел, врачи обнаружили у него рак крови. Чтобы излечиться, он стал все, что награбил, продавать. И ему ежемесячно из Европы привозили по литру крови для переливания. В итоге все, что он награбил, было потрачено на лечение. «Знаешь, что меня спасает сейчас?» – спросил он. «Однажды я ехал из одного казино и вез большую сумму денег, выигранную в рулетку. Проезжая мимо какого-то госпиталя, вижу, на остановке стоит женщина и плачет. Я никогда в жизни не делала добра, но тут что-то заставило меня остановиться. Я подошел к ней и узнал, что у нее в госпитале лежит сын. Завтра операция, а денег у нее нет, даже на хлеб. Тогда я отдал ей все деньги, не спросив даже имени. Когда мне становится совсем плохо, я вспоминаю лицо этой безымянной женщины и прошу ее помощи. И болезнь отступает. Это цена добра, цена копейки на улице, доброго взгляда, приветливого слова, обыкновенного телефонного звонка. Я вам звоню просто так, узнать, как вы живете. На сегодняшний день это становится редкостью». И вот когда писалась моя очередная книга «Время подумать о главном. Шамардинские истории», то там есть одна глава, которая называется «Послушай меня, сестра». Она женской колонии. И у меня был с этой женщиной довольно долгий разговор в Шамардинском монастыре женском, который находится недалеко от Оптиной пустыни. Мы с ней давно договаривались об этой встрече, и она мне рассказала то, что вошло в эту книгу. Но вот на чем бы я хотел здесь особенно задержаться. Многие моменты читатель найдет в книге, но вот те, которые скажу я, они наиболее пронзительны. Когда-то поведанное мне и теперь рассказанное в этой книге имеет отношение едва ли не ко всем монастырям Великой России, куда едет, идет, а порой буквально ползет человек, чтобы найти утешение, получить совет на изначальный вопрос «Как жить дальше?». У каждого из нас своя дорога к храму. Сюда, в Шамардинскую обитель, приезжают ученые, рабочие, пенсионеры, молодежь. Каждый со своими вопросами, рассуждениями, а больше с муками и семейными неурядицами. Нередко бывают военные. До сих пор защищали они. Теперь сами нуждаются в помощи. Едут врачи, которым тоже нужен индивидуальный рецепт. Едут учителя, которые желают научиться мудрости жизни. Мне довелось поговорить со многими. Поверьте, очень много значит просто послушать человека о мучениях его души. Мы знаем много случаев, когда жена дождалась мужа из мест лишения свободы. Но я знаю совсем немного случаев, когда муж дождался жену. И вот один из этих случаев я хочу привести. Была осуждена жена одного человека. И ему все говорили: «Брось ты эту женщину, зачем она тебе нужна? Найдешь себе другую, во много раз лучше». А он ее не бросил. Он ее ждал. Он ее ждал, потому что просто любил эту запутавшуюся в жизни женщину. Он ее ждал и растил двоих детей. И всегда им говорил, что мама у нас добрая, мы ее дождемся. Но мама просто временно у нас будет отсутствовать. Дети были маленькие. Потом он рассказал правду. И вот благодаря вот этой правде и вот этой отцовской любви у детей все равно сохранилось отношение к матери, как к матери. И как происходил процесс встречи своей жены.
Я попросил начальника колонии мне позвонить, чтобы я был свидетелем этого сам. Вот этот мужчина на этот день купил красивый букет цветов и приехал с детьми. И даже сотрудники колонии, которые были не заняты, они тоже хотели это увидеть. И когда ей вручили документы, она уже вышла через КПП, подошла к своему мужу, встала и стоит, и не знает, как себя дальше вести. И вдруг она встала перед ним на колени и поцеловала ему руку. Я хочу сказать, что это тоже подвиг. Подвиг дождаться жену. Даже в этой ситуации. Это значит любовь. И любовь настоящая. Иметь семью – это Божий дар, это чудо. Я хочу пожелать всем, чтобы это чудо процветало при всем, что бы ни происходило в нашей жизни, чтобы мы были всегда примером для своих детей, и они воспитывались таким образом, чтобы в случае чего знали, их родители никогда не оставят. И взамен этого дети отблагодарят нам тем же. Всем желаю покоя, созидания и тепла. Храни вас всех Господь. Мы привыкли видеть Виктора Николаевича серьезным, сконцентрированным, глубоко и внимательно рассказывающим о том, что ему пришлось увидеть и пережить. А есть еще другой Виктор Николаевич, умеющий улыбаться, удивляться и загадочно делиться своими творческими планами. Ну, сейчас пишется новая книга. Вы знаете, я хочу написать книгу из нескольких глав, и там будут рассказы о нашей деревне, о наших стариках. Я хочу, чтобы она получилась очень смешная и очень поучительная. Таких примеров деревенских уже очень много. И они складываются в такие определенные небольшие рассказы. Еще там у меня будет одна глава детского юмора. Называется «Смешинки от Маринки». У меня внучку зовут Маринка. И вот все, что она произнесет, я стараюсь записывать. И из этого получаются такие очень смешные поучительные рассказики. Вот однажды, когда ей было 2,5 года, я просто хочу привести некоторые примеры. Ей было 2,5 года, она где-то увидела один момент про нашу бабушку и стала ее полностью имитировать. Она ходит вдоль стенки, имитирует уже пожилую такую старушечку, причем покряхтывает, одной ручкой держится за косяк, другой держится за спинку. Я включаюсь в эту игру и спрашиваю: «Маришка, а что у тебя со спинкой? У тебя никак вступило?» Она поворачивается ко мне, Борька вздыхает и говорит: «Дед, понимаешь, возраст. Еще такую смешинку хочу привести, просто из этого уже что напечатано в роман-газете. У нас есть сосед, у него есть сын Колька. Он страстный болельщик футбола. И вот однажды наши на чемпионате Европы играли с одной командой, и он переживал за свою команду. И как только началась игра, он подходит к иконе Спасителя и говорит: «Господи, помоги нашим выиграть». А потом наклоняется и шепотом произносит: «Наши в красных футболках». Понимаете, это такая искреннее детское желание патриотизма, которое тоже надо приветствовать. Еще вот в этой книге, в «Шамардинских историях», описывается очень много смешных моментов о животных. Вот, допустим, один я уже в завершении хочу привести. Там есть один баран, его зовут Бергамот. И вот у него такая, знаете, необычная тучная шерсть. И однажды этому Бергамоту
осенью попало в эту шерсть зерно. И оно весной проросло. И вот когда уже наступила весна, то у него вот, это, вот этот хлеб на шерсти заколосился. И монахини, они с таким за ним весельем всегда наблюдают, и они даже его специально не стригли для того, чтобы у него к осени вот этот собрать урожай. И таких моментов там очень много, которые даже на ночь читают детям, и они это слушают с удовольствием. Поэтому прошу ваших молитв, чтобы получилась эта книга, чтобы у нас состоялся еще один разговор. Разговор о нашей жизни, пусть сложной, но все-таки хорошей жизни в нашей стране, чтобы все было благополучно в каждой семье и было тепло в каждом доме. На этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого доброго и до новой встречи на следующей неделе. До свидания.